Наука. Открытие японских ученых может изменить взгляд на трансплантацию органов. Исследователи из университета города Йокогамы сообщили, что им удалось вырастить клеточные ткани печени из так называемых стволовых клеток. Как полагают наблюдатели, это открытие поможет спасти значительное количество человеческих жизней. Пересадки печени показаны, если, к примеру, поставлен диагноз одной из форм рака поджелудочной железы. Сегодня дискуссия на предмет этичности использования эмбриональных клеток снята с повестки дня. Ученые уже умеют создавать стволовые клетки из иных биологических материалов. Нам всем известны проблемы, которые касаются донорских органов. Мы знаем, что их не хватает. Но даже если их бы и хватало, вопрос отторжения организмом пациента по-прежнему актуален. Неприжившийся орган – довольно частая причина смерти больных. Мы надеемся, что в течение ближайших 10 лет предложенная нами методика положит конец дефициту органов. Пока, разумеется, методика используется лишь в лабораторных условиях. Опыты и испытания проводятся на лабораторных животных. Предполагается, что сфера исследований будет существенно расширена. С другой стороны, специалисты настаивают на том, что быстрых результатов ждать не приходится и что им потребуется не менее 10 лет, чтобы внедрить методику в клиническую практику.